Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу про отель Rixosan Gate. Он находится в городе Анталия, в местечке под названием Кемер. Этот отель настолько крут, что вам захочется возвращаться сюда снова и снова. К сожалению, видео самого номера у меня куда-то исчезло, поэтому я начну видео с ванной. Так, сейчас я покажу вам ванную. Здесь есть душевая, туалет, обычный туалет, ничего особенного. Вот ванная и раковина. Значит, смотрите, что у нас тут по шампунькам. Гель для душа какой-то марки непонятной. Фен. Зеркало, конечно же, для нас, девочек, делать макияж. Полотенце. Халатики. Обязательно, конечно же. Так, что еще? Салфеточки, стаканчики. Вот такая вот миленькая ванночка. Rixosan Gate. Очень-очень большой отель. Разные места. Бильярдная есть. Такие вот диванчики, сидушечки. Сейчас уже ноябрь. Мы в ноябре приехали в отель. Погода стоит замечательная. 25-27 градусов. Очень жарко. И все купаются. Загорает. Стена всех звезд, кто приезжал в отель, кто выступал здесь. Все всегда посмотрим, кто из русских артистов есть. Посмотрим, посмотрим. Вот Светлана Лобода была здесь. Девочки какие-то, это фабрика, по-моему. То есть вот такие вот. Тимати. Там. Пойдем. Ну все, пошли завтракать. Собственно, вот лобби. Наехал очень много народу на какую-то конференцию. Вот там вот ресепшн. Rixosan Gate, очень много людей сейчас заезжает. Ну, в общем, чтобы дойти куда-то покушать, пойти в какой-то бар, это надо пройти очень-очень-очень-очень много. Много-много и долго. Напомню, что это ноябрь. И вот мы гуляем в ноябре в шортиках, купаемся, загораем. Все магазины, магазины, магазины разные. Здесь вот написано, какая программа. Сегодня бинго будет. Бинго. Программа. Здесь вот такие вот волейбол. Еще разные. Детишкам. А на Новый год здесь вот целая программа будет. Кто-то выступать будет. 3 января мод. Митя Фомин 2. Акцент 3. Дискотека Варя 4. Так что вот, приезжайте на Новый год. Друзья мои, пока я делала это видео, запись из ресторана тоже куда-то исчезла. Я не знаю, как это получается, но, к сожалению, я вам не покажу ресторан. Но могу сказать, что еда, выбор, все так вкусно, что вы едете из отеля толстыми. Ну вот, сейчас покажу вам территорию отеля. Здесь вот это главный бассейн, я так понимаю. Смотрите, здесь такие интересные слоны, носороги. До сих пор еще, видите, отдыхают, загорают люди, так что в ноябре еще лето в Анталии. Это главный бар, я так понимаю, главный, потому что он работает здесь с утра и до вечера с развлекательной программой. Вчера, например, было караоке, сегодня бинго будет. Посмотрим, что там интересного, что мы там можем выиграть. Rixosan Gate можно по праву назвать самым центром развлечений, ведь отель все лето предлагает своим гостям самые незабываемые развлечения и шоу-программы.
стоечки, где выдают полотенца. Вот там вот они. Ляра Снейк ресторан. Вот здесь вот Снейк ресторан, который работает по времени, я не знаю как, но мы вчера проходили, здесь тоже куча всего, много-много вкусного. Вот он, World Class. Вот главная сцена, где проходят наверняка всякие развлекательные программы летом. Пойдемте сюда посмотрим тоже. Горы, посмотрите, какие горы. Вот этот Риксос Сангейт. Отсюда пальмы, пальмы шикарные. И... вот там, если видите, горки далеко-далеко, вот это вот он, где-то там заканчивается отель. То есть это вот эта вот вся территория вот так вот идет. Вот, заканчивается здесь. Поэтому я вот сюда, на самую последнюю точку. И здесь вертолетная площадка, друзья. То есть кто-то прилетает на вертолетике сюда, оп, приземляется. И вот все. Вот еще один крутой отельчик в моей коллекции. Здорово. Какой-то фетиш прямо. Отели люблю, невозможно. Анталия видно отсюда. Такая огромная Анталия. Там вот. Нашли мини-клуб, вот он там находится. Я не знаю, правда, он сейчас работает или нет. Здесь вот играет в волейбол. И идем мы на горке кататься. Сейчас мы пришли в закрытый бассейн. Он работает до 8 вечера. Здесь тепло. Сейчас на улице на самом деле очень так прохладненько. В купальнике очень холодно. Я замерзла. Поэтому мы пришли в бассейн. И будем купаться здесь. Вода теплая в бассейне для человеческого тела. Есть джакузи маленькая, такой же температуры. Хамам есть здесь. И есть сауна. Делают свежевыжатые соки. Да, в 6 вечера работает, поэтому я не знаю, сколько сейчас время, наверное, 6 раз уже закрывается. Друзья, если вы собираетесь ехать в этот отель, то даже не раздумывайте. Это самый идеальный отель для вашего отдыха. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.